Здравствуйте. Сегодня 1 сентября 2021 года, в 4:40 утра, на выезде из Петропавловска-Камчатского в Елизовском районе, на северо-восточном шоссе, произошло ДТП с летальным исходом. Автомобиль Mercedes-Benz G500, под управлением 20-летнего водителя, на огромной скорости не справился с управлением, залетел на бордюр, перевернулся и врезался в металлический отбойник. По предварительным данным, двигался он со стороны города Елизово в Петропавловск. В автомобиле вместе с водителем находились 4 человека. В результате водитель и 19-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое других пассажиров, 19 и 21 года, с различными травмами доставлены в Камчатскую краевую больницу. По данному факту проводятся необходимые проверки. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 31 августа 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 342 случая ДТП. В них погибли 38 человек. Один из них оказался ребенок. Различные травмы получили 401, 54 из них – дети. Будьте внимательнее на дороге. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра.